Любое основное противоядие, точнее от любого удара, это какое, кстати? Валим, да? Ну, валить это тоже далеко, да? Ну, здесь вот, кидай мне тут, кидай. Да, вот, бам. Я поставил блок, да? И вот как раз за твой, кидай, кидай. То есть, блок как я ставлю? Не руки выставляю вперед, да? А плечи опустив подбородок. Если шея, не шею бы, а опустив подбородок. Поднимая плечи, смотрите, ребят, видите, у меня кулаки стоят. Я плечи свожу, и у меня кулаки сворачиваются, потому что плечи вовнутрь идут. Если подбородок опущен, то здесь арка. Вот так немножко у вас поломается, то есть прямая. Упор такой. Ну, джеб все равно такой, не самый страшный, сильный удар. Ну, можно пойти на него, да, что мы сейчас сделали. Соня предложила там, бей джеб, бей этот удар. Ну, бей этот. Там пойти туда, да, ну, поломать там можно, ну, тоже храбрость иметь. Что мы разобрали? Бей еще раз. Танц, во встречу можно, да, сделать там под уклон. Но в то же время пойти на этот удар. Человек отсюда, если бьет, челноки обычно так, ну, тяжело бьют, да. В основном это уже работа на полной стопе, то есть можно немножко поломать. Пойти как бы блоком на этот удар. Прикармливаю противника, пытаюсь к нему подойти, встречаешь меня. И здесь у него рука уже в этом положении не вернется обратно на блок. Она обратно уйдет сюда. И здесь как раз за его рукой. Попробую. Ну как вариант, конечно. Давай, встречаешь меня джебом этим. Вот кидай мне его, кидай. Пан скинула, да? Пан скинула. А теперь я иду на нее с этим блоком. То есть я дан и бью. Видите, у нее рука не успевает вернуться на голову. То есть есть такой вариант пробивания. Через блок, потому что это все равно такой удар не сильно акцентированный будет. Удар одной рукой. Поэтому его можно немножко поймать на блок и прошагать, проломать как бы туда оборону. Потому что отсюда рука обратно возвращается на живот. И есть возможность пробить за рукой. Согласны? А? Но все равно ты это делай, прикольная вещь. А еще мне отсюда нравится боковой, да? Оп, качай, бей. Во-во-во. Ой, блин, ты на ринге так бит, что творишь, а? Соня. Пока. Блин.